Вот такая. Вон он идет. Вот. С нетерпением и воодушевлением ждали этот день маленькие пациенты городской клинической больницы на проспекте Сурова. В преддверии Нового года чудеса случаются. В это верят не только дети и родители, но и сами дарители праздника. С удовольствием соглашайтесь? Конечно, конечно. С большим удовольствием. Мы сами звоним и спрашиваем, когда мы уже поедем детей поздравлять. Чудо спустилось буквально с небес. В окна к маленьким пациентам постучались Деды Морозы. Волшебников ждали, готовились стишки и песенки. Ради снегу звезды и птицы, и, конечно, человек. Ради серые псинички на морозе мерзнут птички. Выпал снег, упал мороз. Промышленные альпинисты совместно с благотворительным фондом «Дари добро» уже несколько лет подряд дарят праздник детям, которые вынуждены отмечать Новый год на больничной койке. Деды Морозы вручают подарки и говорят добрые слова. Они как лекарство действуют на детей лечебно. Мы ежегодно же на протяжении 6 лет радуем ребятишек, которые вынуждены встречать новогоднюю ночь в больничных стенах, такими вот настоящими волшебными Деда Морозами, которые спускаются к ним прям на самом деле с крыши. С крыши стучат в окно, дарят подарки, спрашивают, как они вели себя весь год. И тем самым дарят детям непередаваемые ощущения, много радости, счастья, что, как уже, наверное, мы смогли отметить и обсуждаем ежегодно с врачами, что очень сильно влияет на их выздоровление. Порадовали детей и росгвардейцы. Они устроили представление на улице. Дед Мороз и Снегурочка приехали к малышам с мигалками. Веселым танцам и песням помешали разбойники, которые хотели украсть подарки. Но бравые сотрудники ОМОНа и СОБРа им помешали и вернули мешок Деду Морозу. Сотрудники спецподразделения для них подготовили особый подарок. Они организует показательное выступление с приемом рукопашного боя. Будем надеяться, что деткам это понравится. Позитивное настроение, сладкие подарки и пожелания о скорейшем выздоровлении получил каждый маленький зритель. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.